С утра в коридорах поликлиники Сухумского района очень оживленно. Люди пришли сюда, чтобы сдать анализы и узнать, есть ли у них в крови антитела к коронавирусной инфекции. Одни уже переболели коронавирусом, другие же нет, но хотят узнать, не перенесли ли они болезнь бессимптомно. Да, я как бы переболела, но не сдавала. Вот сегодня решила сдать. Как давно вы уже переболели? С февраля месяц. Я болела числа 10 февраля, и 21 февраля уже был отрицательный. Я сдавала анализы на антитела, но за ними нужно наблюдать, и поэтому вот я решила сдать. А вы дальше планируете, может быть, провакцинироваться, поэтому может быть... Возможно, да. Надо наблюдать за антителами после. Я переболела в октябре месяце, и уже достаточно времени, чтобы проверить, стоит ли сейчас срочно прививку делать или подождать можно еще. То есть вы планируете сделать прививку от коронавируса? Конечно, если низкие титры, я сделаю обязательно, а если достаточно, то подожду еще. Стоит отметить, что анализы на антитела абсолютно бесплатны. Перед тем, как взять пробы, медики записывают данные людей и консультируют их. Все желающие могут сдать анализы на антитела. Данные исследования позволят выявить, у какого количества людей в крови выработались антитела к коронавирусной инфекции. При этом стоит отметить, что анализы могут сдать все, кроме тех, кто уже прошел первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Все собранные в течение дня пробы отправят на исследование в Республиканскую бактериологическую лабораторию. Результаты анализов будут сообщены по мере их обработки, и это может занять несколько дней. Мы мониторим ситуацию здесь, смотрим разные группы людей по возрастам, по районам, по половой принадлежности, переболевших, не переболевших, на наличие антител. Это определенный мониторинг. Дальше будет работать статистика, будем смотреть все эти данные и уже делать определенные выводы. В первый день акции пробы на антитела в Сухумской районной поликлинике сдали 45 человек. Стоит отметить, что желающих людей сдать анализы было еще больше, но медики принимают с 9 утра до 2 часов дня. Дети могут сдать анализы в детской поликлинике. Также в столице анализ на антитела можно сделать в Синопской поликлинике. Абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан будет длиться ровно неделю во всех районах республики. За это время необходимо обследовать 3000 человек. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.